Fight Space Shuttle. Fiskars Light – это лопата с другой планеты. Мы отдаем очень много сил и энергии на перекопку огорода, на выращивание овощей, на посадку и пересадку деревьев, кустарников и цветов. Эта лопата облегчит этот тяжелый труд и существенно снизит нагрузку на ваши руки, спину и поясницу. И все это благодаря просто уникальному весу в 1 килограмм 100 грамм. Так что же космического в этой лопате? Ручка сделана из прочного АБС-акрилонитрил. Черенок из особого алюминиевого сплава. Провосевоскользящий гриб. Режущая часть из борного сплава железа с углеродом. Она окрашена грязеотталкивающей эмалью. Соединение главных частей на заклепке, так как невозможно сварить алюминий и сталь. У нее практически нет скрытых полостей, которые очень любит забиваться грязь. Немного математики. Давайте вскопаем одну сотку земли на глубину 20 сантиметров. С Fiskars Light с весом всего лишь в 1 килограмм 100 грамм мы перелопатим в общей массе 47 тонн 833 килограмма. С лопатой No Name, которая весит 1 килограмм 700 грамм, общая масса земляных работ составит 54 тонны 833 килограмма. Разница 7 тонн. Вроде бы и немного. Но мы же с вами не роботы, и мы устаем от этой тяжелой работы. Да и манипулировать землей в облегченном варианте на 600 грамм гораздо легче. Если она появится в вашем саду, вы никогда не пройдете мимо и не пожалеете о покупке. Она станет вашим самым любимым инструментом. У меня это не первая лопата Fiskars. Абсолютно весь материал. Это не реклама, а дань уважения финской компании, которая была основана Питером Торвасте в 1649 году в тихой деревушке с одноименным названием Fiskars. Надеюсь, вам понравилась эта космическая история Space Shuttle. До новых встреч! Life Space Shuttle.